Доброго вам времени суток. И мы сегодня с вами побываем на мероприятии, посвященном 90-летию автомобилей «Москвич» заводу КИМ, МЗМА, АЗЛК. И вот памятный камень. На этом месте будет установлен памятник работникам автозавода «Москвич» АЗЛК, погибшим и защищавшим Отечество в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945. Итак, перейдем с вами к экспозиции. А вот уже виднеются автомобили. Сейчас мы туда попадем. Ну и встречает нас первенец. Автомобиль «Москвич» 400-401. Ну что ж, на 90-летие завода хочется опять же упомянуть главного конструктора завода Александра Федоровича Андронова, которому в этом году исполнилось 110 лет со дня рождения. И вот эти вот автомобили – это его первенцы. Потрясающее мероприятие. И огромное спасибо организаторам, что это... О! Уже запчасти понесли. И большое спасибо организаторам, что это мероприятие состоялось у стен завода. Ну что ж, давайте пройдемся по всем участникам. Какие автомобили представлены. Это у нас полноприводный «Москвич», честно говоря. «Москвич» 2142. Кстати, очень редкий шильдик. Thank you.
люксовые москвичи. Ну, насчет такой формы номерного знака, конечно, большой вопрос, потому что, когда выпустился автомобиль «Москвич» 2140 SL, то номера были уже другой формы. Ну, вкус владельца. Советские номера. Ну и, на мой взгляд, самый красивый «Москвич» — это в этом кузове 408. Я вот не только так.